Так, 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 так. Это заявочка. Делаем ваши ставочки. Так, да здравствует, дерево будет ему. Ну нет. Я надеюсь, мы пока доедем, вот, да, доберемся до 30-го места. Да, есть. Просто изи победа, да? Да, мы долго ехали, короче, и получили то, что получили. Во всяком случае, нужно не останавливаться. Да, 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 да. А игра меня не так проста, так просто не отпустит. Сука. Вот это победа. Обидненько, конечно. А я говорил, надо жать на все это педали. Так, жертва. Было эпичненько, конечно. Так, жертва очередная. Так, заберем мы тебя. А, ты машину забрал, да? Я не думаю, что эта машина прям супер эпическая какая-либо. Есть. Мы в нужном направлении. Так, проносимся. Нормально, нормально. Так, минимум деревьев, минимум кустиков. А, человек дерево поцеловал. Бывает. Фига себе, у нас там что, пусто? Да, в том плане, что у нас что-то в кузове пусто, ничего нету. Просто... Бог рандома пролетел насквозь лес. Получится ли пролететь еще? Не зацепил. Так, делаем машину, которая выше. Пинхол Чола. Так, врываемся. Так, мальчики, девочки, где вы там прячетесь? Сейчас я всех найду, всех порешу. Ага, конечно. Так, неужели все за зоны? Или вы все просто не можете заюзаться? Челики, походу, вообще не ожидали то, что я заберу. Или вообще то, что кто-то третий приедет. А вот он я какой.
А, вода чуть не убрался. Есть, он там вляпался. Ну ничего, бывает, братишка. Все. Газ до отказа, и победа будет у нас в руках. Если мы не уберемся. Так, анализ деревьев. Все, анализ деревьев включен. Деревья вычеркнуты из текстур. Бля, я думал, что там нету дерева. Вот это мне это какого подвело мое сканирование. Лезем через самые труднодоступные препятствия. Так, Сильвер. Сильвер кто-то. Porsche Cayenne Turbo. Забираем. Модернизация. Ну что, мальчики, девочки, где вы там еще сидите? Касатики. Сейчас мы с вами разберемся. Порежем на ремни. Кого бы добрать? Кого бы забрать? Вот, вот, касатик. Успел? Что за... Нет, 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 только не гоняйте, пацаны, только не гоняйте. Сейчас все будет. Вот этого пинхол чела получается. Ну а что еще красненькое будет, да? Аж сука. Выкручиваем до конца передачку. И догоняем. Если проебешь в этой вышибали, отхватишь бан. Да нет, какой бан. Кого уже забирать, я не знаю. Кто, наверное, вот этот спокойно едет. Сейчас у него какая-нибудь быстрая тачка по любасу. Есть такой лайфхак, типа медленно едешь и таким образом ты... Ну... Ну же, быстрее, 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 быстрее. У нас тачка полноприводная. Так, то по-любому туда нам. Адиос, амигос. Просто не знаю, братан, что ты там забыл? Ты уже и так не в зоне находишься. А еще ты хотел со мной гоняться, да? И уехал в кушеря. Ой. Нет. Дерева нет. Так, забираем. Че, кто там со мной сидит? И давай, до свидания, братан. Тут просто профи лесов и кустиков. Фу, есть. Эдот 19. А, Федот. А че у нас? Че не забиралось? В смысле? Не выбирается. Почему? Чё, забагался? Чё за шляпа? Это чересчур мощно, что ли?
Вот это новый баг. А машину можно мне, а? Так, карта, куда нам? Разворачиваемся. Сейчас мы выйдем на дорогу. Счастье. Так, финишная прямая. Сука! Фуф. Как же надо было так умудриться попасть на такое дерево. 9-й левел. Ну спасибо, да, конечно. Мурчалага или что он там? Сейчас будем надеяться, что она уберется куда-нибудь. Налево, направо. Так, выехали просто на везение жестком. Так, шанс дерева. Вот это просто нормально. Прилетело мне. Блин, машина, почему нельзя? Всю малину просто обосрала. Такие гонки были, а. Ох, люди, вы видели. Я старался. Я сделал все, что было в моих силах. Баг в вышибалах. Forza Horizon. Так. Horizon 5. Нам дали. О, конечно, Ламборгини. Кто нам даст Ламборгини? Так, что у нас? Так. Так, это есть.